Добрый день, дорогие друзья! Вот этот огромный вольер, многие хорошо его знают, наши подписчики и зрители. Здесь он стал знаменит, когда поселились херсонские ослица Даша и лама Рома. Но потом число жителей в этом вольере выросло. Сейчас здесь целое такое небольшое стадо осликов. И вот этот блондинчик Паша, ослик, чувствует себя полным хозяином данного вольера и, соответственно, также и ведет себя. И он уже хорошо понял, что здесь можно получать вкусняшки от посетителей, поэтому караулит возле ограждения и ждет, когда его очередной посетитель угостит чем-то вкусненьким. Говорят, что ослики упрямые. Вот и наш ослик Паша упрямо занял позицию возле ограждения и пока не получит вдоволь вкусняшек, от нее не отходит. А вот в соседнем вольере здесь у нас проживают грозные высшие хищники, которые совершенно привыкли к своим соседям. Вот, львица какая красавица. И не воспринимают их как добычу. Вот, этот вольер тоже очень такой интересный. Он дальний, возле зоны карантина, сюда не все заходят, но на самом деле тоже интересный такой уголок. Что ж, друзья, всем мира и добра.